Вот напоминает мне чем-то Палестину. Просто в Палестине такого цвета дома, а они не такие рисованные. Не такие балконы, все там попроще. Кто там? А там какая-то трасса. Это наш балкон, самый верхний с Сережей. Вот этот железный. Такая стоит на углу. Хороший Палисадничек. сразу горя... Ой, Не, сразу горячая. не, у нас этот медленно бежала в душе вода и ничего не горячее. Хорошо. Чуть-чуть на голову бы. Слушай, бедные собаки, им же тут правда посрать даже некуда. Убирают, наверное, видишь, вон спальня, сразу так идешь, так только заглядываешь, что на кровати делается у людей. А я сейчас тоже так парилась, трохи хожу голая, ё-моё, смотрю, везде окна, что-то я забыла. Да. Вот и морюшка, и вон морюшка. Пошли вот зебра. Ну что, я видела, девочка в купальнике шла. Прикольно. Возле дома море. Так, там глубоко пошли вниз, сходим. Ты что там глубоко не пойдем вниз? Вот смотри, как клево. Чистенько. Прикольненько. Так что можно. Слушай, а куда они заходили? А вот вниз спускаются просто и все. И это дикий, да, пляж получается? Дикий, да? Ну они одеты. Ну в тапках надо, камни там. Ну все, сходили по... Вон по камням сходить вниз. Плиты. Он, походу, платный, нет? Нет, никто не платный. А где там платить? Я не знаю, смотри, сколько киосков. Просто продают жрачку, блин, нет. Мороженые всякие. Мне кажется, что вот это все, вот, знаешь, вот это вот хаты, и они сдаются. Нет, это лодочники тут живут. Лодки содержат. Ну пошли сходим. Да не, мы сейчас чистим, куда мы пойдем? Пойдем вон туда. Пошли вечером туда сходим. Ну, я говорила, вот смотри, какая заедем. Яхта. Яхта какая прет. Ага. И сразу. Ой, как? Они так хорошо купаются, мне аж это, аж завидно. А я не могу так купаться. Ну, вон будешь на бережку. Да, ножки. На камнях. Нет, он... А что ты не можешь, Вова? Почему ты не можешь купаться так? Он глубоко боится идти. Научишься. Маски взяли, вы, может быть, поплыл бы. А что они за тобой тащут? Где тащут? А вон. Сети? Это рыбаки, сети, наверное. Короче, идем гулять, а потом идем в море. Быстренько купальники одеваем. Ничего, у нас так. Первый день, обширная программа. Там какая-то смотровая. Видели, у нас там стаканы, кружки, все есть. Все есть, ну. Сейфа. Сейфа нет, нет сейфа. Боюсь, ну, с собой таскай. Не, мне кажется... Ну, в принципе, да, ему тоже как бы плохой руф, если имидж. Конечно. Колокол. То у нас, значит, будут колокола тут бить. Ну, кто знает, может, он раз в год. Что-то связано с войной. 40-й, 43-й год. Кто-то тут погиб, может быть. Для тех, кто погиб в этом конфликте. Ну и вот. Это в память о них колокол. Живут же ж люди. Ну, это катамаран какой здоровый. Может, на таком можно сплавать куда-то? Вот, например, они же отсюда вот тоже в Италию плавают. Не знаю, мы не на таком разве на кос сплавали с Турции. Поменьше трохи был, чем этот. Это такой конкретный... Смотри, какая вода за ним, бирюзовая аж.
аж бирюзовая. Вон, вон лодочки прогулочные. Почапали. Ага. Могила какая-то. Или что это такое? Какой-то рыцарь, наверное. А вон, вон лежит. Такой. Пошел. Много таких смотровых площадок. Какая вода. Бирюзовая аж вода. Смотри, какая вода красивая цветом. Вообще. А? Ресторан? Ресторан? А вот там где-то заходи. Наверное, там вход. Ну, вечером, видать, он тут. Такой выбрали себе в этот раз? У нас удачное место, где мы взяли квартиру. Прям в центре Валетто. Ой, тут колонну ремонтируют, что ли. Такой колокол. Ого! А сюда вход замуровали. А ты видела сюда вниз вход? Ну, мусору, конечно, хватает. Там реставрация идет. С горки в горку. Короче, море нашли. Магазинчик за углом. Потихонечку все нашли. Я бы хотела бы послушать, как они разговаривают на своей. Они орут. Что, не слышала сегодня? Нет, нет, как язык как слышится. Язык. Похоже, на, наверное, на итальянский. Как будто Митальфиня показывает. Но указательный показывает. Собачка там же. Свечку вверх. Подожди. Алён, останови. Проходить, блядь. Чёрт побери. А ты его за ручку цигель, цигель, ай, лю, лю. Русатуристов. Я вот это не знаю, про чё вы говорите. Ты чё? Как заманиловка его, блядь. Ты чё? Я помню. Ты чё? Надо ты... пересмотреть. Упал, ты зря живёшь. Не, чёрт побери, он возле аптеки упал. Да. Так. Давай переснимем ещё раз. А теперь нету фонтанчика. Заткнули ему ротик, ну и всё. Найн, мы там не выйдем, наверное, к той кирхе, она по-другому. Я могу понять, что это церковь, не церковь. Наверное, церковь, потому что, видишь, мозаика, кресты. Так вот идешь, да, это какой-то собор, видишь, а который мы издалека видели, да, ага. Оттуда и вот так катайся по улице, туда-сюда. Ага, но она закрыта, походу. Ну, этот, собор. Закрыто. Какой-то соборчик. Фруктики. Баклажан 1 евро, помидоры евро 50 килограмм. Перец 4 евро килограмм. 5 евро килограмм виноград. Закрыто на реставрацию, да?
мощь. Видать. Ну, ее реставрируют. Реставрируют, ага. Какой-то день памяти, видать, был ей сегодня, этой даме. А кто ее убил? А? Подожди. Это не какая-то... Это когда это случилось? В 2017-м. Ну, фотка-то современная. Так-то. Сделали, наверное, национальным героем ее. Я так понимаю. Килет. А это что? Правосудие, что ли? Голову держи. Журналистка? Да, и блогерша. И блогерша? А кто убил, за что? Короче, всякие типа контроверзы материали она открывала. А, то, что нельзя было открывать. И, короче, в 2017-м аутобомбы ее убили. А, понятно, пострадала за правду, короче. Да. Все ясно. Как обычно. Как обычно. Как обычно. У нас живут и жиреют только грехуны. Видите, сколько замков навешали. Или нет, это вешают женихи и невесты. Нифига, смотри, какой замок. Красивый. Рыба. А вон с фотографиями, что сказать, вот здесь. А делают, видишь, надписи, гравюры всякие. Этот вообще велосипедный. Ага. А, это она и есть. Потому что, да, это она и есть. А знаешь, почему, наверное, я могу предположить, почему носки... Это везде ее фотография. Предположить, знаешь, что у всех людей типа рот на замке. Это все да. За нее. Это, ну, мое предположение. Раз она за правду пострадала, то значит... Да, вот и написано, она говорила правду. Она говорила правду, видишь? Блогер. Ух ты, красиво как. Что там? Пойдем в российское консульство. Не знаю. О, Серджио, это твой магазин. Он тебя ждет, пока ты его откроешь. Тоже что-то строится. Может. Может. Знак солидарности. Там их флаги. А, сегодня же День России. Что, правда? Да. А где наша улица получается, Сереж? Параллельно же? Золото, бриллианты. Смотри, печатка с мальтийским крестом. Угу. И серьги, и запонки. Что стоит? 64 евро. Угу. Но одни рестораны. Одни рестораны везде. Одни ресторанты. А мы решили пойти на море. Хочется все-таки, вода такая, ну, прелесть. Прозрачная такая. Угу. Бирюзовая аж, вообще камера не передает свет. Какой-то китайский, что ли, ресторан, не пойму. Рыба тут морская. Морская ресторан-то. Видишь вон рыбу? Ага. А ты такой филе красный. Ага, это тунец, видать. А-а-а. Такая филе. Абы крабы там.
Я бы, знаешь, что бы заточила? Помните, мы на Крета так пофрюштукали? Не, на Кос. На Кос, да. На Кос мы так пофрюштукали. Ну что, какая-то церквушка. Все закрыто просто. Ну так вечер уже. Ну. Люди сейчас в ресторане. Тоже какая-то, видать, католическая. А тут смотри. Смотри, какие-то сладости. Зефиры местненькие. Я так поняла, что это булки местные. Это тоже местное. И зефирки местные. Как мальтийское будто, кофе. Как будто это взбитые. Угу. Безе, безе. Безе, да. Угу. Безешка. Мощь. Там реставрация, наверное, идет ближе.